Здравствуйте, ребята! Существует много разных способов плетения бисером. Эти способы плетения еще называют техниками. Сегодня я вас познакомлю с техникой петельного плетения. Эта техника одна из самых легких. Петельная техника представляет собой ряд петелек из бисера. Обычно эту технику используют для плетения тычинок, листиков или лепестков, из которых получаются красивые цветы. Также в этой технике делают деревья. А теперь давайте попробуем сплести веточку в технике петельного плетения. Для этого нам понадобится проволока и бусины зеленого цвета. Нанизываем на проволоку 3 бусинки. Соединяем кончики проволоки вместе, так, чтобы наши бусинки оказались в серединке, и закручиваем проволоку. Наш первый листочек готов. Берем кончик проволоки, нанизываем на нее 3 бусинки . Немного отступаем от первого листочка. Делаем петельку и закручиваем проволоку. Получился второй листочек. Берем другой кончик проволоки и повторяем то же самое. Нанизываем 3 бусинки. Делаем петельку и закручиваем проволоку. Получился третий листочек. Теперь нам нужно соединить два кончика проволоки и закрутить их. Делаем 5 оборотов. Берем кончик проволоки, нанизываем на нее 3 бусинки. Делаем петельку и закручиваем проволоку. Получился четвертый листочек. Берем другой кончик проволоки, нанизываем на нее 3 бусинки. Делаем петельку и закручиваем проволоку. Получился пятый листочек. Теперь соединяем вместе два кончика проволоки и закручиваем ее до конца. Наша веточка готова. А если сплести много веточек и скрепить их между собой, то получится дерево.